Один из самых важных вопросов очередной сессии городского собрания – бюджет 2016 года и его исполнение. Все принятые на себя расходные обязательства город выполнил. 53% было потрачено на социалку, подчеркнули депутаты. Объем собственных доходов – почти 8 миллиардов. Это на 1 миллиард 700 миллионов больше, чем в 2015-м. Тем не менее, налоговым службам не удалось выполнить план бюджетных назначений. Сумма недобора – 125 миллионов. Рост недоимки по налоговым доходам тоже есть. Сегодня это 457 миллионов рублей. Есть вопросы с собираемостью земельного налога. Есть проблемы там, которые необходимо нам совместно. Нам это кто? Комитеты городского собрания, это управление, департамент экономики городской администрации, для того, чтобы разобраться, почему на сегодняшний день складывается такая ситуация. Потому что мы пополняем сейчас бюджет только в основном за счет вот, неналоговых доходов, повторяю, за счет реализации имущества. Но имущество подойдет к какому-то финалу, а мы должны обеспечить расходные обязательства. Что касается бюджета этого года, он будет увеличен за счет денег края почти на 62 миллиона. Эти средства пойдут на развитие образования, приобретение жилья молодым семьям и на подготовку к чемпионату мира по футболу и Кубку конфедерации. Наша задача – это обустроить площадку для проведения праздничных мероприятий на территории Имеретинской низменности. Для того, чтобы ее обустроить, необходимо ее залить, чтобы там конструкцию можно было устанавливать. Вот. И второе, туда подвести сети. Для этого понадобится нам где-то порядка 60 миллионов рублей. Значит, из них 30 миллионов нам дает край. Еще один важный вопрос – это распоряжение муниципальным имуществом, в частности, выделение помещений для малого и среднего бизнеса. Квадратные метры, предоставленные администрации, отметили депутаты, должны использоваться эффективно. Бизнесмены должны зарабатывать не просто, передавая их в субаренду. Еще хуже, если они будут пустовать. Для этого необходимо провести инвентаризацию имущества. Говорили на сессии и о создании в Сочи новой спортшколы по тхэквондо. Это спортивная школа номер 17, потому что уже на сегодняшний день 400 человек, которые желают заниматься. И самое главное, что есть кадры, которые могут преподавать в этой школе. Новая спортшкола будет открыта в Кудепсте, а ее филиалы появятся во всех районах Сочи. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.